нас в этом году холода рано пришли. Отопительный сезон начали 13 сентября. Еще 4 года назад первые топки коммунальщики проводили в конце сентября. Но к капризам природы не готовы. Звенигородские инженерные сети – это 14 котельных, 5 центральных тепловых пунктов, 50 километров коммуникаций. Хозяйство большое, но в надежных руках. Проведены все регламентные работы. Это обслуживание котельных, чистка котлоагрегатов, ремонт запорной арматуры, ремонт автоматики, помытые теплообменники на ЦТП. Заменено 1,5 километра трубопроводов в рамках подготовки к этому отопительному периоду. Котельная на Нахабинском шоссе – одна из мощнейших в городе. Обеспечивает теплом 49 многоквартирных домов. Это более 6 тысяч жителей. Всего же в муниципалитете 209 таких объектов. Мы получили паспорта готовности на 1800 многоквартирных домов, на 182 объекта социальной сферы. Поэтому система теплоснабжения у нас на сегодняшний день работает в полном объеме. В резерве у коммунальщиков есть трубы, насосы, кабель, 6 дизель-генераторных станций. Созданы аварийные бригады, которые в любой момент готовы отправиться на устранение нештатной ситуации. Евгения Августина, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».